Мы едем в город Ломоносов на торжественное открытие символа Победы. Почетное звание «Город воинской славы» присвоено городу Ломоносов 3 ноября 2011 года указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. И собираемся посетить торжественное открытие стелы. Героическая оборона Ориенбаумского плацдарма, мужество и несгибаемая воля его жителей навсегда вошли в историю как бессмертный подвиг. Именно отсюда, с Ориенбаумского пятачка, в январе 1944 года начался разгром немецких войск, осаждавших Ленинград. За мужество и героизм город Ломоносов в 1981 году награжден орденом Отечественной войны первой степени. Находимся в городе Ленинбаум. На торжественном открытии стелы Ломоносов, город воинской славы. Здесь трудились лучшие военные инженеры России, открывались военные госпитали, обучали первых в мире сестер милосердия. Отсюда направлялось ополчение на защиту Отечества в 1812 году. Здесь присутствуют все поколения и невольные участники тех боевых действий, жители и дети блокадного города, а также внуки и даже правнуки ветеранов. В торжественном мероприятии приняли участие члены правительства Санкт-Петербурга, глава администрации Петродворцового района Дмитрий Попов, барабанщики Санкт-Петербургского кадетского корпуса, ветераны, школьники, рота почетного караула, знаменная группа и войска Западного военного округа.